Значит, у нас на данный момент есть, ну, 9 вроде, сейчас приедет товарищ, 9 человек в стандарт-мануале и 2 человека в стандарте. Значит, 2 человека в стандарте, они будут, естественно, стрелять между собой. Так как нас 9 человек, а не 8, то у нас получается, что мы разделим на 3 группы. И финалисты этих групп будут соревноваться между собой. То есть три группы будут соревноваться по кругу внутри себя, это все со всеми. Значит, ничего сложного, сейчас у нас есть такие волшебные палочки, мы сейчас распределим группы. Внимание! Ой-ой-ой. Юра, бегом, бегом, Юрочка. Не падает. Ну! Бабенко лучший! Внимание! Упс, неожиданно. Внимание! Зарядочка. Еще одна. Не, мы тоже сидим. Готовы? Внимание! Дебагом хуя. А что вот так вот и стреляли? Это дым порох, это дебаг. Охуеть,
Итак, награждается за третье место в классе стандарт мануал Волков Юрий. Вот так подержите, а вас так сфотографируют. О, все. Очень здорово. Так, награждается за второе место Крамар Максим. И первое место Коноваленко Алексей. Девочка. Такое впечатление, что он породился. Да, смотри, встань нормально. Сфотографируй. Браво. В классе стандарт у нас было двое, но тем не менее был как бы матч объявлен, могли приехать 10, просто все остальные испугались. Конечно. Поэтому награждается Хуторной Дмитрий за второе место. Все тут нормально, мы никого не ограничивали. Так. И за первое место Шарков один.